Всем привет! С вами снова Ольга Мартынова и женский фитнес-клуб Energy. Сегодня мы проработаем основные группы мышц груди, рук, верхнего плечевого пояса и спины. Сгибание рук с гантелями. Делаем примерно 8-16 раз. Добавляем разгибание ноги. Жим вверх. Делаем примерно 8-10 раз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Переходим к аэробной части. Пружиним на мяче. Разводим ноги, руки в стороны. Корпус держим прямо. Чередуем по одной пружине и по две. Поочередно сгибаем руки, выпрямляем ногу. Аэробный блок составляет примерно 5 минут. Можно комбинировать эти упражнения произвольно. Не забываем постоянно пружинить на мяче. Вперед, удар, 4 шага, удар. Все делаем с другой ноги. Чередуем правую, левую ногу. Это упражнение делаем примерно 8-10 раз. Дальше просто пружиним на мяче. Прямые руки поднимаем вверх, разводим в стороны. Добавляем жим вниз. Соединяемся с аэробной частью.
Опускаем локти вниз, соединяем лопатки, жим вверх. Дальше опять аэробная часть. Открытый шаг, повороты стороны в сторону, прямой рукой тянемся в сторону. Открытый шаг, рука вверх. Марш на месте. Подъем двух рук перед собой. Медленно 4 раза и быстро 4 раза. Чередуем медленно, быстро. Дальше ложимся на мяч. Угол в коленях 90 градусов. Прямые руки поднимаем вверх. Разводим руки в стороны. Вдох, вверху выдох. Вдох, выдох. Делаем примерно 8-16 повторений. Следующее движение – разгибание двух рук из-за головы. Руки прижимаем к голове, две гантели держим вместе. Сгибаем за голову. Делаем примерно 8-16 повторений. Работает трицепс. Соединяем два движения. Разведение рук и разгибание из-за головы. Делаем примерно 8-16 раз. Только разводим руки в стороны. Меняем положение. Ложимся животом на грудь на мяч. Поднимаем правую руку вверх. Меняем левую руку вверх. Две руки. Голову назад не запрокидываем. Макушка все время смотрит вперед. Поднимаем разноименную руку и ногу вверх. Меняем. Каждое упражнение делаем примерно 8-16 раз. Две руки разводим в стороны, соединяем лопатки. Локти слегка согнуты. Делаем 8-16 раз.
корпус держим прямо, макушка все время смотрит вперед. Две руки поднимаем вверх. Разводим локти в стороны, соединяем лопатки. Каждое упражнение делаем примерно 8 раз. Убираем гантели в сторону, откатываемся немного вперед, подкатываем мяч себе, сгибаем колени, работает пресс. Откатывая мяч к себе, вдох, выпрямили, выдох. Вдох, выдох. Делаем примерно 8-16 раз. Отжимаемся. Ноги держим прямо, корпус прямо, макушка все время смотрит вперед. Отжимаемся 16 раз. Соединяем два движения. Подкатываем мяч к себе, отжимаемся. Делаем примерно 8-10 раз. Дальше подкатываем мяч в диагональ. Подкручиваем таз влево-вправо. Примерно 8-16 повторений. Откатываемся назад. Округляем спину, катаемся вперед-назад. Расслабляем позвоночник. Расслабляем мышцы пресса. Пружиним на мяче вперед-назад. Ну вот, подошел к концу еще один блок. Мы с вами хорошо проработали. Вы молодцы. Пока-пока.